Передай имя. Идеальная игра для того, чтобы изучить имена членов группы в движении. Рекомендуется так же, как ритуал начала занятия для воспроизведения связи среди группы, а также для разминки перед выполнением более сложных в физическом плане упражнений. Для этой игры нужно несколько мячей, при возможности разных – волейбольный, баскетбольный, резиновый и так далее. Дети, минимум 6, становятся в круг на расстоянии метра один от другого. Игрок А произносит имя игрока Б и кидает ему мяч. Б называет кого-то другого и пасует ему мяч и так далее. Как только установка понятна и имена известны, можно добавить один или два мяча в зависимости от численности группы. С добавлением передвижения игра усложняется, становится более динамичной и мотивационной. После того, как А назвал игрока Б и дал пас, он бежит за мячом, чтобы занять место Б. Б делает так же, после чего называет В и кидает ему мяч и так далее. При увеличении круга и количества игроков игра ставит все больше задач. В психосоциальном плане развивается способность концентрироваться и общаться и сотрудничать в рамках группы. В физическом плане тренируется реакция, дифференциация и точные пасы.